I think the one place where the greatest consternation would be caused in the short term for admission, having nothing to do with the merit and preparedness of the country to come in, would be to admit the Baltic states now in terms of NATO-Russian, U.S.-Russian relations. And if there was ever anything that was going to tip the balance, were it to be tipped, in terms of a vigorous and hostile reaction, I don't mean military, in Russia, it would be that. So the way I look at the calculus here, they also have all the unprovoked attack by Putin on the peaceful, loving people of Ukraine. Well, that's a lot of nonsense. We've been working for years building up this enormous 600,000-man standing army with one purpose in mind, to attack Russia and turn eastern Ukraine into a platform for attacks on everything in Russia, including the use of theater ballistic missiles. То есть, если Украина получает выдачи в НАТО, то тогда мы можем говорить о каких-то сроках прекращения войны. Нет, ни о каких сроках прекращения войны мы не будем говорить. Наоборот, это, скорее всего, подтолкнет крупные военные операции России против Украины. Потому что они должны нас будут просадить в инфраструктурном отношении и превратить здесь все в разваленную территорию для того, чтобы нас неохотно брали. То есть Россия сможет пойти на прямую конфронтацию с НАТО? Конечно. Нет, не НАТО. Мы не Они должны это сделать до того, как мы вступим в НАТО, чтобы мы не были интересны НАТО. Перестали быть интересны, как разваленная территория. С вероятностью 99,9% наша цена за вступление в НАТО – это большая война с Россией. А если мы не вступим в НАТО, это поглощение России в течение 10-12 лет. Вот и вся вилка, в которой мы находимся. А теперь давайте выбирать Зеленского. Подождите, а теперь если поставить чашу на весах, а что лучше в таком случае? Конечно, крупная война с Россией и переход в НАТО по результатам победы над Россией. А что такое может быть крупная война с Россией? Вот. Ну, это воздушная операция наступательная, вторжение российских армий, вот четырех, которые они создали на наших границах, там, осада Киева, попытка окружить войска, которые в АТО находятся, ВОС, в операции объединенных сил, прорыв через Крымский перешеек, выход на Каховское водохранилище, чтобы воду в Крым дать, наступление с территории Беларуси, там, создание новых народных республик, диверсии, удары по объектам критической инфраструктуры и так далее, воздушный десант. Вот что такое полноценная война. И вероятность ее 99%. Когда? После 21-22 самые критические, 20-22 самые критические эти самые.